Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. С вами снова Валдай и Фунтик 3000, и мы продолжаем проходить Dead Island. Всем привет! Поднимай свою симпатичную задницу и пойдем отсюда. Ух ты, труба тяжелая. В прошлой серии, как вы помните, мы починили трансформаторы, пообщались с этим челом по имени Маркус, и теперь нам нужно возвращаться, собственно, обратно к маяку. Поэтому давай, Лех, пойдем. Какой-то он странный тип. Я смотрю, Фунтик, ты смотрю, какой-то дубину поднял за кадром. Ну, погоди, за стой. Кадром. Может, найдется что-то идем? Полезное? Да, там просто был самодельный. Смотри, какой-то. Спит зомби на скамейке, напился. Головой вниз. Можно ему? Ты уже попробовал, да? Я попробовал уже, да, без разрешения. Вон еще один зомби, пойдем. Так, где ты? Я тебя уже потерял. Ты, Быра, как ты сваливаешь вообще? Это ты, Быра, встаешь. Пойдем в дорогу, выбежим, посмотрим машинку какую-нибудь. Невозможно было. Нам бы тачку найти. Тачку. Тут, по-моему, с тачками. Мачетку. Ой, слышь, один зомби. Ты не в ту сторону бежишь, зомби. Фунтик. Так, ты если что. Я бегу на зомби. Вот и забей, не надо это делать. Ну, блин, ты сагрил перед нахера зомби тут. Да, охренеть. Помогаю. Спи. Ой. По щам. Помог. Спасибо. Молодец, просто я офигенная помощь. Свое лицо просто. Короче, давай ты будешь бегать за мной, если еще раз, ладно? Потому что ты сейчас фейл сделал, дикий. Савил у нас целую толпу зомбятников. Ну как раз прокачаемся еще. Это у меня 4 уровень не растет нифига. Да, блин, покачаемся, оружие попортим. Ты имел в виду, наверное. Я сломал уже, походу. Ха, вот эта палка была. Супер. Пойдем. Вот, блин, подожди, сейчас оружие поменяй по-быстрому. Да, у меня все уже. Так, пойдем. Все, давай за мной. Блин, эта девочка вообще еле бегает. Да парень тоже не ахти, на самом деле, такой, я бы сказал, бы спринтер. Задыхается буквально через пару метров. Район Серебряных Пунгало. Пункало. Пулково. Пулково Серебряного, да. Да что ж ты, тварь такая, делаешь? Вот так вот. Чё она воет? Так, все, давай, 160 метров еще бежать. Поднимется? Слушай, я не поставил себе эту самую миссию, поэтому... Я, да, только за тобой, если буду бежать. Без головы чувачок остался. Ну так я и говорю, пойдем за мной просто, и все. Тут побежал бы мне в ту сторону, и сагал бы тебя зомби. Ох, как красиво-то, ёперный кротовод. Ну, ты видел это, нет? Нет. Это было очень эпично. Я немного-немного... Слушай, кстати, прикинь, вообще денег, знаешь, сколько у меня денег берется с зомби? 238 только что взял с одного. Да ладно. Прикинь, да. Ну это, наверное, за бонус, то, что не было, пробил. Получил, наверное. Бонус, наверное. Нет? Может быть. Ну-ка, я могу так? Да, я могу получить только по щам. Спасибо. О, сори, получил ты в почку, по-моему. А не по щам. По щам в почку. Ну что, это тачка. О, смотри, машина целая, по-моему. Да, Фунтик, целая машина, поехали. Только слышь, нет, с другой стороны, это мое место. Да, нам говорили, что можно пересесть, нажать только сторону, и все, видишь. Круто. Круто, да? Читай комментарии хоть иногда. Я читаю все комментарии, я помню даже. Когда это было написано. Так что не надо мне. Я на самом деле в том-то прикол, что ни одного коммента вообще не допускаю. Но он там был лишний, явно. Ну он очень просто, очень отлетел. Да, мне тоже понравилось. Давлю. Да, блин, снова гребаное стекло. А, не видно нифига. 10 опыта, спасибо. Норм. Слушай, а кайфовая тачка-то, да? Смотри, как гонит. Тачка как тачка, они, слушай, все одинаковые, мне кажется. Да не, мне кажется, какая-то быстрее, какая-то медленнее, по-любому. Отличается только по цвету. А другие, которые хочешь взять, нельзя. Обидно. Сейчас бы какой-нибудь Порш. Приехали. Порше. Так, ну что, пойдем. А, давай продадим что-нибудь. Давай, я вообще все продам. Хавьер, только не продай то, что у тебя это самое. Душно. О, у меня средняя аптечка есть, прикинь. И смертоносная фомка требуется 8 уровень, офигеть она стоит. О, 2000 баксов. Да, нехило, слушай, а мне всего 900. А, подожди, ты его не можешь, да, это купить. Блин, вот это придурок. Вот. Я смел... ты думал, сейчас продашь? Я думал, да, это моя. Думал, откуда мне такая тема? Ну да. Ну бывает, втыкаю немного. У меня есть фомка стандартная. Сер, продаем все вообще, нахер. Совковую лопату, не знаю. Бензин, все это. Так, подожди, кухонный нож. Да, блин. Не из деталей двигателя за 375 боксеров. Боксеров?
боксеров, да. Выкупить что? Нельзя ничего выкупить. Блин, погоди, слушай, у меня, кстати, денег-то на самом деле много. Сколько все? 988. А, у меня 1000. Блин, читер. Ну я продам сейчас что-нибудь, подожди, только думаю, что продать-то еще такого. Ключ. Можно ключ купить. Кухонный нож продам, наверное, еще. Нафиг он нужен. Чинить машину, убивать зомби. Или подождите, или он прокачан на меня. Нет, он прокачанный, раскачанный паренек. Чего он там ляпнул? Петь всякую хрень. Так, подожди, сикач. Требуется 8 уровень. Фокус-покус. Оп! Не знаю, может аптечку купить, как думаешь, стоит или не стоит? Аптечку? Да. Да тут банок валяется, да, ебара. Пойдем. Давай лучше починим и модернизируем на верстаке, если здесь верстак есть, конечно. Здесь есть мужик, который курит. Или... Слушай, он, по-моему, бросил, смотри. Если вы мне принесете хоть я буду очень благодарен. Он еду хочет найти. Принесите мне еды. Все хотят еду найти. Все, что у меня есть. Да не вопрос, конечно, принесем. 100 опыта всего. Награда очень легко. Ой, сложность очень легко. Ну что-то забыл, валяется. Две банки консервов. Может, вы что-нибудь найдете? Нифига себе, он бутербродов захотел. Ну, видимо, да. Слушай, где верстак? Давай посмотрим верстак сначала, поищем. Со шпротиками. Слушай, еще-то все отреспавнилось по новой, смотри, можно в каждой штуке шариться. Да я знаю, тут походил, так постоянно будет. Норм. Где верстак-то? Халявка. Да а вот труба еще. Еще возьму одну. Бери, подожди, а что это? Планку, а, еще энергетик. Рибуара. Ладно, я как обычно энергетики подсел. Смотри, давай ему дадим. Ладно, давай пообщаемся, может у него что есть. Давай. Ладно, если Маркус сказал, что все заработает, дадим ему шанс. Я надеюсь, дадим. Вся сеть от этого хотя бы поражу. Не откроется. Да будем надеяться. Йо, нифига себе, что происходит? Мы запустили маяк, смотри, видишь, мы включили его. Офигеть. Ну круто, все, сейчас нас спасут. Да по-любому, да, все, конец игры прошли. Сократили путь, что называется. Ну да. Чё там такой пикает, ты не слышишь? Слышу, какая-то хрень. Пошли, это бомба? Пойдем на наш склад, теперь нас проводит, слышишь? А, ну пойдем. О, у меня новый уровень. О, замечательно. Чётко, подожди, слышь, он бьет ключ, он дает ключ, смотри, бери. Ты взял? Нет. Мне ничего не дали. А, ну клево. А, нет, дал, смотри. Вот, отлично. Так, пойдем сюда теперь. Ну все, что-то на складе интересно. Вот, верстак есть, отлично, и всякая хрень. Давай собирать начнем. Провод, верстак. Да, вся, блин, ты мешаешься под моими ногами. Я, кстати, думал, здесь будет побольше помещений, будет много-много зомби, но нет. Ладно, давай починим, модернизируем там и так далее. Ну я модернизирую ключ-то еще раз взял уже. Невозможно модернизировать поврежденный предмет. Ладно, починим. Слушай, ну да, он, кстати, такой, по-моему, нормальный ключик-то этот. Слушай, еще. Да, если его модернизировать, я думаю, он на раз-два будет вырубать этих зомби. Ну давай пробуем. И хлеборезку чуть-чуть. Ключ. Мочканем. Стоит, конечно, не дешево, надо сказать, модернизация его. Ладно, ну, я на максимум прокачал. Офигеть. Ну, то есть все бабло слил, да? Нет, у меня еще. А, ну да, 238 осталось всего на все. Вот я слил. А то у меня теперь понтовый ключ крутой. Слушай, по-быстрому левел качну, тра, ты не против? Ну че качнешь? Левел у меня новый уровень. Седьмой. Давай. У меня такого уровня нету, поэтому. Так, подожди, я оружие приходит в негодность медленнее, можно качнуть третий раз. В принципе, наверное, того стоит, я думаю. Да и что еще там, снижать выносливости при использовании. Ой. Или выносливость лучше поэкономить. Ладно, качну пока. О, ключ, все, я ставлю себе ключ. Я уже поставил, так, способный ученик, урон с точным оружием плюс 10, расход выносливости для точного оружия минус 10, крит удар. Растаптывать. Вы можете растаптывать голову, прикинь, улучшение есть. Прокачиваешь и можешь голову топтать. Ну круто, чё. Ну ладно, окей. У меня такого нету. Зато я могу открыть сундук второго уровня. Ну ты крут, да. Ты крутой парень, согласен. Ну девушка. О, я куда-то поднялся, я поднялся на вершину маяка. Мы там уже были, по-моему. Да, иду обратно, в топку. Ну давай отработим на улице, посмотрим, какие у нас еще квесты доступны. Че еще будем выполнять, подумаем. Удалось что-нибудь найти? Можно, в принципе, поискать жратву этого голодающего. Ой, самый, слушай, простейший. Я с ним говорить начал. Все, пока, чувак. Ну ты пока пообщайся тогда в таком случае, посмотри, пока квесты. А, так, квест в эфире. Поговорите с Джеймсом на верхней площадке маяка. А, слушай, подожди, мы квест не завершили же, по-моему. Почему? Нам нужно теперь поговорить на вершине маяка с чуваком, пойдем. А, мы только что там были, ну ё-моё. Ну да, фейл. Ну, собственно, все как всегда. Ёперный киндер. В стиле эпиктайпа. Собственно, ничего нового, по-моему. У них-то вон тут любовь, морковь, им пофигу на все. Ты жив? Конечно, жив. Ос моему деньги дает. Отлично. Норм. А мне даст?
Вот этот чувак, Джеймс? Да-да-да. Ну-ка, Джеймс. Давай бабки. Ты меня не знаешь, но вот я тебя вряд ли... Я не знаю тебя. Я вообще парень в шляпе, мало кого знает. И в такой офигительной рубашке. Он хотел остаться здесь и ждать помощи. Слушай, это он уже говорил, мы это уже слышали, на самом деле. Да, ну все, это пропускаю. А, нет, слушай, не говорил, Нарада 100. Помогите возле маяка народу. Сложно, Нарада 100 опыта. Замечательно, берем. Если хочешь убраться с этого острова с нами, поговори... Да. Поговорю с твоими людьми, с дочерью, с отцом, с бабкой и с дедом. Подожди, еще снова найди способ проникнуть на склад хранилища маяка. Мы же это уже делали, блин, что за бред? Подожди. Что за бред, чувак? Ну пойдем проникнем еще раз на склад. Ты повторяешься. Ой, слушай, я пока махал ключом. Я уже ушел, короче. Да вот он, собственно, ходить. На складе. А, вот, взять все эти сигналы теперь нужно тут. Все, взял, отлично. Взял? Давай, я возвращайтесь узнал. К Доминику, отдайте ему усилок. А Доминик у нас где? Подожди, по-моему, у нас он на том этом самом маяке. Ой, не на маяке, а на той базе. А тут нет? По карте нельзя телепортироваться? А, есть, смотри, карта, давай. Будем вот, телепортироваться? Типа... Ну, это халява, думал, на машинке покатаемся. Ну, ладно, пойдем. Да ну, нафига я карту для этого взял? Ну, нажимай телепортера, давай, в принципе, еще раз. Спасательная башня, да? Да. Ну все, полетели. А, не, смотри. Я думал, ничего не получилось. Я тоже так думал, но не сработало. Есть что ценное. Ну что, где Доминик-то? По-моему... А, вот, у меня же тоже включилась карта. Пойдем. По-моему, наверху на самом, нет? Ну да, согласен. А, вот здесь он слева, по-моему, стоит, вот он, да. А, это Гейзер, что ли, Ростаманский? Да. Класс. Класс. Мы таки заставим ее работать. Спасибо. Должен будешь. О, денег. Новый уровень. Денег дал, отлично. Сколько? 243 бакса? А мне дал 268. Погоди, да, я уровень повыше себе что-нибудь. Давай. Какой-нибудь опять каку, я не знаю. Так, я пока гляну, что еще там есть. Отлично. Все, я теперь все сундуки могу открывать. Во, смотри, по идее, теперь можно поговорить с Синамоем, то есть главная линия сюжетная у нас. Видишь, включилась. Давай, по крайней мере, меня точно. Пойдем тогда по главной линии пообщаемся, да. Здорово, Синамой. Даже сено. Знаю, что бы мы без тебя мой. Делали, дружище. Есть минутка поговорить? Мое сено. Подожди, да, послушаем. О, деньги дают. 400 баксов. Рация работает, но ни хрена не ловит. То ли этот парень еще дальше, чем я думал. Вот этот перевод. Сон создает помехи для передачи. Это займет какое-то время. Но ничего, у меня для тебя найдется и другая работа. Ну давай. У нас подходит к концу запасы еды и воды. Сможешь их пополнить? Еще одни голодающие. Сложность легко, награда 1500 опыта. Бейсбольная бита даст еще при этом. Консервы в барах у бассейна отеля. Ну давай, наверное, да? Ну конечно, бери еще. С отелем не связывайся, электричество по нет, это слишком опасно. По банку? Посмотри лучше в барах у бассейнов. Принеси все. Вот это у него татушку, слушай, на пол лица. Ладно. Да он под этого самого косит, как его, под Тайсона. У него такая же наподобие. Да он даже похож на Тайсона, ему только подкачаться немного. По-моему, даже много. Ладно. В любом случае, пошли. О, весло. Весло, не, в топку не хочу, а весло. Чего от него толку-то? Сломать кто-нибудь об голову весело, чё. Ну, если только в таком случае. Машинка стоит он. Так, погоди, надо теперь сам взять квест. Собственно, включить. Урчание в животе, достаньте для нет, это не то. Халява. А, просто искать в барах. Ну, пойдем тогда, просто отправляемся в бары. То есть, по сути, здесь получается без этого самого, без линии. Ну, может, на машине поедем? Или где бар-то? Внизу они? Пойдем сходим, тогда посмотрим, что, какая разница, нафиг машина. Ну, не, машина, конечно, клёва, но посмотрим. Подсказки можно посмотреть на дополнительные, спасибо большое. На это уже число раз 20. Ой, что это такое было? Фонтик? Чего? Да звук какой-то был хлопающий, очень громкий. По-моему, в наушниках. Я в ладоши хлопаю и прыгаю. А сейчас я играю в Детайлан. Клево тебе. Детайлан. Энергетик надо? Давай еще. Дай мне только выйти отсюда, мать его. Чирикну. О, а ты пропустил шоколад. Закуска. Я закуску нашел. А я валюсь с зомби, причем жестоко. Нет, все нормально. Нет, не взвалил каждый. Я теперь завалил. 4 опыта. Еще? Что это за зомби? Так, пойдем бар искать. Наверное, туда. Пойдем в здание вот это зайдем. Вон, смотри, вон бар идет. Идет. Где, мы где, где? Ну вон, где я нахожусь. А, ну пойдем. Мы-то всегда не были еще, давай. Перелом, я ему два раза что-то сломал. Он еще жив. Ну, добей его, не знаю. Ну, это ненадолго. О, смотри, сколько тут зомби, слышишь. Ну не бегай вперед, подожди меня-то. Давай,
ты. О, охренеть. Мужик. Смотри, там еще и здоровый один. Отходим. Отходим сюда немножко, надо подальше отойди. О, на мосту просто проще будет с ними махаться тут. Пространство ограничено. Хотя я думаю, это них не остановит, но все равно. Отступай. Че? Ох ты. Я сказал, отступай. Что-то там нам говорили, как бить по ногам, что ли? Один отвлекает, кидает всякую хрень в него, другой подходит сзади и бьет по ногам и рукам, да. Ну давай, кидай у него лопатой, бей. Готов? Готов. Все, я кинул, вали его. Не получилось. Офигенно вообще. Ты решил с 3 метров его завалить? Ногой. Ну страшно же, перелом ему сделал. Что у тебя вытягивается, я не знаю. О, все, на меня. Все, слушай, вальнул его, по-моему. Да он, по-моему, прилег отдохнуть просто. Ну, по крайней мере, он пока нам не мешает. Йо. Слушай, я могу это самое. Отбросить кое-что. Откинуться? Ох, какая красавица. Ох, мать его, подожди, подожди, я тоже могу отбросить. Отступай еще, не отступай нафиг. Я не знаю, если мне сейчас еще по щам влеплят, то мне хана. Где-то банка, что-нибудь. Сзади была в том здании, а, там выпил уже, да? Да. Я побегу пока в то здание. Да тут остался один. Ой-ой. Фу, слава богу. Давай еще что-нибудь кину. О, лопата опять. Твою мать, подожди, меня валят. Этот да? Большой встает, хрен. О, все, теперь уже не встанет, по-моему. 13 боксюлев. 147 боксюлей. Нифига себе, как ты так делаешь? Не знаю, нашел. Ну, я почему не еще нашел. Почти 200 баксов. Может, у меня что-то прокачано такое? Слушай, у меня с хелами беда, мне надо срочно что-нибудь выпить. Я сам еще банку не могу найти, ничего. Если найдешь, дай мне одну, пожалуйста, тоже, ладно? Тут опасно ходить, ты смотри по сторонам, а то могут... Ну давай далеко не будем ходить, вокруг обойдем. Я нашел воды попью. Вода поможет? Не? В основном. Блин, еще двое идут к нам. Ну все. А че это он? Он просто бухой. Бухой зомби? Да. Переел мясо, что ли? Ну типа того. Ой-ой-ой, смотри, какой, а. Сколько? 305 ты отнимаешь? Да. Офигеть. Офигеть. Я понтовый парень. Что тут есть? Кошелек? Во, подожди, подожди, тут наверняка будет энергетики, нету? Персональный идентификатор есть только. Слушай, ой, нашел консервы, слышишь, одну банку консервов нашел, отлично. Ну, круто. А нам нужно, по-моему, 2 найти. И изолента. И я больше, нашел, по сути, тут нихрена нету. С коллекции. Блин, фунтик печаль, надо энергетик срочно. Я же загнусь так скоро. Сейчас, я взял баллон. Не знаю зачем. Он тебе поможет по-любому. Ну давай тогда дальше пойдем. Пойдем утра вот еще. Мы там не были. В той стороне. Там видишь какой-то домик. Где это? Куда ты бежал? А, все вижу. А где ты? Ну погнали. Там, в бунгало. Беги только первый, потому что у меня хелов вообще мало-мало. Слушай, да у меня тоже нет. А, ну да. Вижу. Ну окей. Вот, я в него кинул. Добивай. А где это самое, то, что я кинул? Хрен его это знает. Это дорогая штука, кстати. Это нафиг ты кидал. Ну, не раскидывайся дорогими вещами, а, фунтик. А, вот, ну вот, его нашел, все. Тьфу, слава богу. Я это нашел обычная... фомку. Блин, я думал второго там или третьего уровня. Сейчас открою, возьму себе. Чего, пройти-то можно, я не понимаю? Перепрыгивать. О, супер. Это же логично. Не, я просто не видел. О, труба, возьмем. Давай. А где кто-то остался без горячей воды. О, нашел, давай. Подожди, подожди, подожди меня. Отлично. Нельзя. Слушай, а можно упасть? Да, можно. А плавать можно? Да, блин. Можно. Ну все, я поплыл. Я, видимо, тоже, блин. Не, погоди, я не верю, реально же дом закрыт, что ты хочешь сказать? Такого же быть не может. Да, да, закрыт. А, может он какой-нибудь квестовый? Квестовый? Будет квест, типа, для него, наверное, потом. Ну, все, может быть, на самом деле. Ладно, давай тогда дальше искать консервы. Мы нашли только одну банку. Нужно как минимум еще одну. Бухла бы бухнул бы сейчас. Нужно найти как минимум еще одну для парня с маяка и еще несколько для синамоя. Я кидаю. Ей в глаз попал. Умри, старушенция. Ведьма. 24 бочинских. Ведьма. Пофигу, что выкинул. Так, вот бухло, будешь бухать? А что, есть еще? Оно поднимает здоровье. Бухло? Да. Ну не знаю, ты. Давай я бухну, пофигу. Давай. Ну да, еще надо взять в руку, бухнуть. Сейчас, погоди. Инвентарь. Где бухло-то? Бухло. Так и называется, бухло. Ну давай. Ну, смотри на меня. Смотри, смотри, давай, бухай. О, еее. Нет, нифига не восстанавливает.
Сейчас я еще бухну. Все, это фейл. Сейчас тут упаду просто. Слушай, не перебери, не хочу иметь дело с пьяной женщиной. Ну, пьяный. Ты смотри, только не представляй. Пойдем, короче, туда. Да и ты не представляй, наоборот. Ох ты, знаешь, как я пьяный перепрыгнул сейчас. Догадываюсь. Двойной акробатический зайцев. О май гад, я пьяный. О май гад. А мой герой тоже сказал снова корону на свою фразу: у кого-то день не задался. Ну он тупой вообще какой-то. Слышь, не одного героя обзывать. Одно и то же говорит постоянно, как попугай ходит. Это машина вообще на... О, смотри, она же починена, по-моему. На колесах? Да. Или нет, подожди. О, деньги, халява. Вот так надо подходить, сразу стекло разбивать и ехать. Слушай, пойдем, короче, зайдем внутрь, может там у него банки есть какие-нибудь. О, смотри, две баночки, отлично, фунтик. Давай по одной бухнем. Да, ну, наконец-то, да, одну взял уже. Ну, вот еще одну вижу. Так, мне бы еще третью и все на этом, я здоров буду полностью. Ну, я здоров, кстати, уже. Да, халява. Так, гвозди, вода. Всякая хрень, блин. Чего вы вернулись сначала, блин? Не зевай, подожди, сейчас я бухну по-быстрому что-нибудь еще. Найду тут изолента. Вон, там еще, кстати, бак. Тебе не нужен верстак, нет? Нет, он мне не поможет. А, погоди, кстати, я починю, пожалуй, свой ключ. Ну ладно. Починить. А что можно взять? Изолента. Ключ. Отлично, починил. Знаешь, сколько у меня денег уже? Слушай, я тоже починю. Сколько? 1700. А у меня 1800. Ха-ха-ха. Козел. Слушай, а мне... А, его починить надо, я... Нож ныряльщика. А я модернизирую. Слушай, ключ. Нормально такие вещи, кстати, валяются. В порядке вообще. Ну что, пойдем там направо. Ой, нашел баночку еще, подожди. Бар. В какой? Вон, видишь, прямо мы там не... А, вот там вот? Пойдем, давай. Сейчас все начало. Друзья пожидают, уже стоят. О, бегу! Ой, зря этот, на раз побежал. Все, забираем деньги у зомби. О, большой. Деньги. Давай, я у него кину что-нибудь. Ну, меня вырубили. Ты встал? Встал? Нет, подожди. Не, смотри, не так делай, стой, кидай в него какую-нибудь хрень. Я сзади обойду. О, да. Отлично, сработало. 100%. Нет, сволочь такая, тоже не помогло. Давай, теперь я агрю, бей его сзади, просто в голову. Да. Он тебя послушал, дал мне голову. О, все, подожди, без башки его оставил. Смотри, он еще ходит. Эпично умирает, да? Ох ты, черт. А ты взял женщина? Того? Да, я. Зараза. Я бери весло. Да я сейчас сдохну. Какое весло нафиг? Подожди. Такой живучий гаденыш. Все. Слушай, нормально теперь, короче, дается денег, вполне в порядке. Такие вещи находятся гораздо лучше. Видимо, чем больше уровень, тем круче, короче, мы зарабатываем. Ну, конечно. Надо бухнуть. Да, согласен, пойдем бухнем. Ломай дверь. Ломай, безжалостно, давай. Слышишь? Слышу, я прикрою, если что. Там зомбарь. Внутри, да? Ой, там двое даже. Ой, все, я просто... Я сейчас сдохну. Заходи в сторону, заходи, выходи оттуда, выходи. Все, убежал. Спецназ. Так, бухло. Отлично, я нашел одно. Банкусю. О, тихо, слышишь? Кто это говорит? Может, передача какая-то? Да, видимо, да. Ты наактивировал, не? Да не. Я пытался сломать, но не сломался. Странно. А, подожди, вот, яд убийцы, модификация. О, ровно, да, я тоже возьму. Отлично. Ну чё, я не знаю, больше тут ничего нету, да? Да, походим по кругу, по барной стойке, по самой, потому что тут, может быть, помимо бухла, ещё где-то найдём интересного. Да. Ой, нет, ещё бухло. Пару зомбаков есть только. Много бухла, ладно, короче, ничего интересного. А, блин, сорил. Лови трубой. А теперь ключом. Добиваем. Замечательно. Так, ладно, дальше-то куда? Давай, короче, наше сафари с тобой затянулось немного. Ну что-то вообще, слышно, в начало вернулись, надо бежать обратно, я считаю. Давай бежим. Бежим. За мной? А, все, понял. Ну, практически. Ну давай, погнали. Я бежать не могу. Я теперь тоже. Женщина устала. На каблуках, представляешь, по песку бегать? Это ж фейл. Да, это... Ну это трудно, скажем так.
Трудно. Ходить-то трудно, наверное. Я не знаю, правда. Так, давай пойдем сейчас, знаешь, куда? Сейчас пойдем туда, вот, короче. Вот, туалет. Давай зайдем и посмотрим, что. Вот, стой, давай налево зайдем. Ножик. Банок. Ладно, о. Окей. О, закуску съешь. Закуска есть. Тебе пополнить надо? Ну, я не знаю, наверное, да. О, подожди. Пополнил, блин. А что, если не взял? Да, очень схавал, подожди, отойди. Да, я спасибо. Это бабло было, вон, в первой кабинке. Вот, примерочная, заходи. Да, у меня мало, короче, давай, надо похавать. Все, я тебя закрою. Спасибо, я не в теме. Пойдем сюда. Давай тут пару кабинок еще обшарим по-быстрому. Сундук, тут палка. Пусто. Открываем. Ящик, ничего нету. Ну погнали наверх, я не знаю. Да, вот сюда пойдем. Что тут у нас? Так, а, что? Погоди, тут не пройти ни хрена. Че, вообще-вообще? Вообще-вообще. А если прыжком? Смотри, как я забрался высоко. Бейсбольная бита, хрупкая. Слушай, я пробрался. Надо тебе биту, нет? Бита? Да нафига она нужна? Влезай сюда, смотри. Иду, вот. Иду. Погоди. Во, офигеть. Видишь, как мы сократили путь, смотри. Подожди, мне не подняться, подожди, еще не сократили. Нажимай пробел почаще. Пробел? Я на джойстике играю. У меня, подожди, просто выдохся. Постой там, не выходи далеко никуда. Видишь, с пробелом было бы удобнее. Да, охренеть. Ты играешь в американские горки, что ли? Не, давай-ка ты обратно просто пройдешь и покажешь, мне ты забирался именно. Ну да, слушай, ага. Да просто прыгай, не знаю, нажимай, пофигу. Да хрен тебе, не получается. Ты же видишь. Чё-то я не знаю, а. Смотри, как надо. Отойди. Пошел вон отсюда. Я тебя оттолкнулся. Ну все, ты мне мешаешь. Я вообще в стороне стою. Как я все забрался? Во, все, окей, давай, влезай. О, блин, да что, почему ты обратно скатываешься, козел? Сними ботинки, без них удобнее будет. Действительно, сейчас только. Я на каблуках забрался потыскалить, дурацко, ты в кедах не можешь. Тихо, не уеживайся. Как ты смешно прыгаешь. Ты так же, на самом деле, даже смешнее, поверь мне, в юбке это выглядит гораздо смешнее. Да я как на парашюте, знаешь, как мне с усатой удобно спрыгивать. Блин, Фунтик, у меня не выходит, короче, это какой-то фейл. А, о, подожди, получилось, еху, ура, пойдем. Да, мы совсем не потратили на это время. Да ладно, норм. Ну чё, я не знаю, вот мы, кстати, где и были, на самом деле. Ну, а, клёво. Пара есть. Поехали на тачке, давай на тачке. Да, кстати, согласен, там уже все обшарили. Можно и точилу взять. Да я за руль, слушай, хоть разок. Давай. Только не за фейли. Замечательно. Давай еще. Попытка дубль 2. Обхожу. Давай. Эх, женщина, зайдем. Ладно, я хоть отдохну, выпью. Погнали. Глоточек чайку. Автоматика? Успеем? Нет. Я же говорю, женщина за рулем, это хуже, чем не знаю кто. У тебя нормально. Какие-то коленки угловатые, Фунтик. Ну это все пиксели виноваты. Ох ты, мать его, гонишь, а? Слышь, Сусанин. Короче, приехали, выходим. Нет, погоди, почему? Не надо. Сейчас увидим первый бар. Вот слева там какие-то. Ну все, выходим. Угалы. Давай как налево сразу. Припарковался. Сюда. Херово. Ох ты, ё. Открой сундук, замок, это уровень 2. Ну, круто, сейчас открою. Ну, тут на это самое скрытое. Тут ты морёт вообще, а? Я не понимаю. А, вот где. Ну, спи спокойно. Да. У меня новый уровень. Опять? Снова. Сколько нужно вообще? Сколько нужно? Ну, я поел яблок, фруктов. Офигенно. Снижает расход выносливости при использовании наручного оружия. Вот это очень нужно. Да. А мне сундук 5 уровня. Сзади. А чё, у меня кулаками дерутся, почему? Не знаю, почему. Что такое? Где так, моя давай. Хлебобулка или как это? Нам, кстати, пора заканчивать, кстати, между прочим. Так что давай где-нибудь сейчас что-нибудь возьмем и закончим. Сейчас я попью. Red Battle. Я тоже, пожалуй, прокину. Так, короче, мы вообще пришли не туда, куда надо. Да почему? Вот же тут много бунгало. Дом какой-то, нет? Бунгало. На, типа, по булкам твоим. Фунтик, ты жестокая женщина, ты знаешь об этом? Я, наверное, себя в крови. Я в крови.
Ох, ты такой женщина, я парень. Крикун. Блин, ты здоровый, чувак. Ё... Ну что, ты здоровый, да, мы попали. Давай, кидай в него. Подожди, я лежу. Кидай. Оп. Хоть бухнули. Перелом. Я завизжал, ты слышал? Так, я попал, у меня мало хелов. Мне было очень страшно. Да, а чё он такой? Ох ты, там еще 4 сзади стоят. Смотри, здорово, я вижу. Сменты? Ох, слушай, мать не, его. Это фигня, нафиг. Нас сейчас вальнут, и вот мы и закончим. Да, нормально, чем мы завалим, мелкий-то легко валить. С одного удара в голову. О, все, да? Да, упал? Большого завалил, да. Ну, пока не положил, как бы так сказать. Поднимается, подожди. Как поднимается? Все, уже не поднимается. А, сзади один. Был. А, еще один. Да сколько у вас тут вообще, а? Офигеть, на самом деле. Это что, игра про зомби, я не пойму? Ну, видимо, да. Столько. Слушай, Фунтик, мне надо подлечиться. Давай. Нет, давай. С удовольствием, только чем? Да пофигу, пойдем в бунгало. В бунгало. Пойдем в дом этот, вот, смотри, там кто-то есть. Ну, это не бар, кстати, нифига вообще. Да похер. Пошли. Да, тут есть зомби два целых. Видел, как я брутально всех унес? Кто там кричит? Так, а есть похавать-то еще нету? Да. В смысле, ой, выпить? Слушай, я сейчас сдохну. Я тоже. У меня все красное, я же тебе говорю. Открывай, там кто-то был. Да подожди, подожди, стой. Сейчас откроем. Если меня, кстати, сейчас ударит, то все. Меня тоже, Фунтик, не переживай. Пиши пропало, что называется. Я зашел в туалет. Тут ничего нет. Я говорю стихами. Да уж. Ты где? В жопе твоей. Где? Мои булки? Да. Что? Моей милой попе. Какой-то ты вообще... Ты ломаешь или что? Нет. Мне так жаль, Тим. Я во, просто... слышишь? Подожди, подожди. Мне так жаль. Дай биту возьму. Дай. Ой. Тим без головы остался. Вот, теперь я ломаю. Я не знал, что еще сделать. Ты обратил внимание, что есть мужик, тебе пофиг, да? Я встанет плевать на него. Господи. О, здесь сундук первого уровня. Фигня какую-то взял. Ну ладно. Фунтик, ты придурок, мы вообще же отыграем, как бы так. Я пришел, пришел. Мы, кстати, тут уже были. Да, мы не видели этого мужика. Да? Не были мы тут. Мне дали это еще плату, что дверь сломал. Заглянул, что он не сказал? Помешает. Он сказал, господи, Тим, мне так жаль, все на этом. А я Тиму снес голову, видишь? Он теперь весь кровавый. Ну поэтому мы жаль его. Зачем ты снес голову? Ладно, давай, наверное, закончим, короче, я думаю. А тут это самое, да? Все. Ну, вроде было. Автосейф? Давай сюда, иди сюда. Положимся на него на заднем дворе, пойдем, Фунтик. Сейчас, где ты? Давай. Тут на шезлонгах. Давай, позагораем Раз. Немножко. Сел. Ложись. Я могу только сесть на шезлонг. Ну окей. Как я смотрю тут, а? Ну-ка, подари, стой, 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 стой. А как присаживаться? А, вот вспомнил. Ой, подожди, не дрыгай ногами. Я ну, дрыгаю ногами? Ногами? Да. Как я не дрыгаю ногами? А, да? Только своими. Ох, тебя колбасит, ты жестко вообще. Живыми, да? Я танцую чангу. Чангу-банку. Ты бы это видел, блин. Тебя жестоко колбасит. Чангу-банку на шезлонге. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, мы и закончим сегодняшнюю серию. Надеюсь, что вам понравилось. С вами были Валда и Фунтик 3000. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить большие пальцы вверх и комментировать наши видосы. Еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока.